Вопрос собираемости налогов обсудили на очередном рабочем совещании в администрации района. Финансовая база поселений в первую очередь формируется из налогов на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Однако за этот год доходы поселений значительно снизились на сумму около 5 миллионов рублей. Причина в том, что многие не спешат погашать задолженности. Срок уплаты налогов физическим лицам истекает 1 декабря. Независимо от суммы, потом будет расти пеня. У очень многих задолженность очень маленькая, то есть копейки, но в совокупности дает большую сумму. На сегодняшний день существует огромное количество способов уплаты налогов. Тем, кто категорически не дружит с интернетом, не пользуется личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы или порталом госуслуги, налоговые уведомления по-прежнему рассылают почтой. Но среди всех способов оплаты выделяется самый популярный. Многие они не знают, но можно через Сбербанк онлайн оплатить всю имеющуюся задолженность. Через раздел государства и иные государственные услуги по поиску ИНН можно оплатить задолженность за любого человека, в том числе и за себя. Необходимо просто ввести ИНН. Обсудили и погашение задолженности предприятиями ЖКХ района за потребленные энергоресурсы. В целом оплату все они проводят в рамках выставляемых счетов, кроме многострадального МУП «Крюковские коммунальные системы». На сегодняшний день у предприятия многомиллионная задолженность перед энергетиками.